Николаенко Елена, председатель Совета многодетных семей Украины, Рады матерей Украины. Сейчас в этом отеле будут проживать, проживают и будут проживать семьи, которые были привезены еще в марте месяце в Варну. Это многодетные семьи, семьи с детками-инвалидами, семьи попечительские и так далее. Эти дети были вынуждены приехать сюда, семьи с детьми, после начала военных действий. Благодаря областной администрации Варны и взаимодействию с мэрией города Одессы были организованы эвакуационные рейсы, и более 500 человек, то есть это дети, семьи, были сюда привезены. Мы глубоко благодарны за такое активное содействие в первую очередь в поддержке и в защите мирного населения.